Традиционный праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа. Это означает окончание паломничества в Мекку, главную святыню мусульман. После того, как паломники взошли на гору Арафат, они совершают символическое побитие шайтана камнями и таваф, семикратный обход вокруг Каабы. Курбан-байрам празднуют с самого утра. Совершают омовение, надевают новую одежду и отправляются в мечеть на утреннюю молитву. Самое главное действие в этот день – жертвоприношение. Мусульмане в Курбан-байрам должны принести в жертву барана. В праздничные дни мусульмане навещают родных, близких и знакомых, одаривают их. Кстати, в Чувашии сегодня проживают около 50 тысяч мусульман. И всем мы говорим «Курбан-байрам-лям».